Может, Даня дальше куда-то забьет? А я... Ну, че? Ну, алло, алло, алло. Ну, че орёшь? Он ну... вас там видит, друзья, а у нас на дни сезона Ольга Ивановна отдала своего Кешу. Ой, он... это невозможно. Это невозможно. Я вас люблю, и Кешу тоже. Только заберите. Так что теперь у нас... Да. Кеша не отдала, а вот Кешу... А Кешу... Кеша теперь будет жить в компании. Кеша, я здесь. Кеша слушает сказки Пушкина. Да. Кеша хороший. Кеша хороший. Да. 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 Хороший. Кеша хороший. Кеша очень хороший, красивый мальчик. Так, он, Олег Алексеевич звонит. Надо ехать ко львам. Да, алло, алло, показывай. Алло, как звонит? Показывай лапкой. Так, алло, алло. Смольный на проводе. Алло, алло. Алло, алло. А, Ольга Ивановна видит. Алло, алло. Алло, алло, да. Алло. Я тут? Тут же Влада стал называть папой. Ольга Ивановна называет мамой. У нас семья. Сейчас, сейчас, сейчас приду. Малыш, Кеша, зови, Кеша, разговаривает. Зови, зови, да. Папу. Папа. Иду, иду. Он смеется. Вашим голосом. Да. О, Господи, тут сказка идет. Он у меня сказки Пушкина теперь будет слушать. Ему все время надо, Ольга Ивановна с ним разговаривала. С ним все время надо разговаривать. О, алло, алло, звонит. Так что у нас, друзья, будет весело. Что, дорогой? Что? Сейчас пойдешь, да. Да. Нужно солнышко, да. Пошли. Да. Надо идти. Надо идти, да, знакомиться. Да, с Жориком, с Кирой. Надо идти. Ой, господи, что ж ты перепугал-то там меня? Ну. Ой, ты крася, это папа зашел. Папа, да. Кеша. Есть. На одном клюве. Красиво. Да, надо идти, давай. Давай, сейчас я одену перчатки, да. Понесу тебя. Кеша. Кеша, выходи. Выходи. Давай. Кирю. Иди. Очаровывай Кирюшу. Да, Кеша хороший. Кеша стеснительный, да. Кеша хороший. Будешь рядом с домом Ольги Ивановны, да. Да, выходи. Ну, давай. Жор, спускайся, Жорик. Жорочка. Жорик делает вид, что ничего не происходит в его вольере, да? Кирюш. Да, да, моя девочка. Моя красавица, да. Жорочка. Кеша хороший, Кеша хороший. Кеша подружится, да. Нечего дома сидеть. Там скучно, и ты уже криком своим мозг вынес. Ольге Ивановне. Да. Выходи. 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 Давай поговорим. Выходи. Кеша. Хороший, хороший. Жор, спускайся. Слушай, Жорик, такой на фоне Кеши, конечно. Жор, может, сейчас не будешь себе хвост выскубывать с перьями, а? Посмотри, какой Кеша красивый. Иди, иди ко мне, иди, иди, спускайся. Или он тебя больше любит? Или... Кеша. Или он на меня наметился? Что, тебе смешно? Ты ухахатываешься? Жоечка, иди ко мне, иди. Тебя никто в моем сердце не заменит. Иди сюда, Жоя. Красивый, красивый, да. Ох, мне кажется, сейчас Жорик будет ревновать, обидеться. Иди ко мне, иди. Жоечка, Жоя мой мальчик, да. Да, ты без таких крылышков и хвостиков. Я тебя все равно люблю больше.
Иди сюда, иди. Не бойся. Я на твоей стороне. Кеша, бери. Нет? Хохотун. Угу. Да. Не, ну Кира такая засматривается. Же, ты решил резко витаминов поесть, да? Чтобы у тебя перья и хвост выросли. Же, мне же надо посмотреть, что ты их просто общипываешь. Мне же надо посмотреть, как вы будете коммуницировать. Да. Кеша. Ну, как аду. Стадные птицы. Поэтому я думаю, что у них будет все хорошо. Да, Кеша? Да. Кеша сказал да. А это вы видео озвучили? Да, я помню. Да. А обезьянка у вас тоже, да? Да, 4. 4, да? Мой мальчик, мой зайчик, мой красавчик, да. А у вас дом живет? Нет, сейчас в вольерах они все. Вольера? Летом, да. Вот, полетел, полетел, ну, такой красивый. Вот эта женщина снимает, а женщину через вольер тоже, да? Снимают. Ну, иди, иди покупайся, иди, иди. Смотрел, он с обезьянкой. Иди. Кеша, ну иди покупайся, иди. Смешно, да, тебе? Алло. Папа алло, такой смешно. Алло, давай, позвони, как позвони. Ты, как ты делаешь? Алло. Давай лапку. Алло, давай, давай. Алло, алло. Да. Давай, поднимай лапку. Алло, алло. Алло. Скажи, вы снимаете? Скажи, вы снимаете звезду. Смешно, да? Вот, скажите, люди смешные такие, да? Смешнюки. Ухахатываешь, скажи, с этого, да? Вот, скажи, эти люди, да. Жора, правильно. Зови. Скажи, будем дружить. Да? Привет. О, Кирюша сразу к нему. Кирочка, скажи, я тоже звезда. Да, смешно, да? Тёзка, скажи, ой, смехота, да? Алло, алло. Алло. А сегодня только Кеша. Вот, это не Жорик, вот Жорик. А я смотрю, директор на машинке этой. Мой мальчик. Там чистил. Да. Директор есть. Да какой директор? Никто даже да? не узнал. Да, Жорочка, иди сюда, иди. Пошли знакомиться, пошли. Алло. Пошли. Там ты видишь новый артист? Оригинального жанра. Ну, давай, алло. Алло, давай поговорим. Ну. Ай, чувствую, Вадик, зимой будет у нас конкуренция. Красивый, Кеша, красивый, да. Если бы так не кричал, понимаешь, так и жил бы дальше себе. Да. Ольги Ивановны. В апартаментах, да. Конечно, смешно. Ну, поговори с людьми. Спроси у них, как дела? Спроси, откуда приехали? Как дела? Кеш. Спроси, откуда приехали? Привет. Да. Ну, он разговаривает, мальчики разговаривают, Жорик разговаривает, Кеша разговаривает, Кира нет, девочки не разговаривают, как оно. Жорочка, скажи. Что? Я тебе только тебя должна снимать? Да. Потанцуй, потанцуй, давай. Ой. Какой ты красивый. Бум. Ты такой красивый. Мой мальчик, мой ты зайчик. Не, я тебя, ты знаешь, я тебя ни на кого не поменяю, да. Я тебя люблю больше всех, ну не надо перья общипывать. Ты видишь, он красавец какой теперь появился. А ты теперь как общипанная курица у меня. Ну, как эти перья могут сравниться, Жой? С Кешей никак. Вон Кира уже замолаживает. Кирюша? У них очень клюв. И клюв, и лапы. Что? Тебе здесь нравится? На улице? Хороший, хороший. Или домой пойдешь нам? Вадик после Жорика. Смешно, да?
О, смотри, смотри, он на меня пошел. О, пошел. Жора. Жора. Жора, который лысый был? Да. Смотри, обрукает. Жой, я служу с ногами. Да он на меня уже идет, потому что я привела конкурента в дом. А Кеша смеется. Жорочка. Кеша, я надеюсь, ты не с Жорика смеешься. Жой, давай наверх. Так, скажи, мама привела конкурирующую фирму. Мне тоже смешно. Все нормально у нас, да. Спасайся, кто может. Кеша. Жой. Жора, этого не надо. Прекращай, ты видишь, у меня голые ноги. Если ты психанешь, понимаешь? Жой, я не хотела приводить к тебе. Директор сказал сюда привезти. Все претензии к директору. Он на меня. Скажи, я вас обоих уже ненавижу теперь. А вы кого в дом привели? Что? Жоя, зови. Скажи, давай дружить. Ты посмотри, как Кира сразу с ним, а? Ага. Ты посмотри, Кира. Ой, сейчас что-то будет. Нет? Жоя ориентировался. Жоя, идите, я морально поддержу. Иди. Я на твоей стороне. Если что, я помогу. Пошли, выясним отношения. Пошли. М? Можно что? Нет, погладить нет, конечно. Они чужих людей терпеть ненавидят. И у них очень острые. Давай, я тебе помогу. Перья, чтоб твои распушились. Пошли, пошли, пошли. Ты видишь, там Кеша полным ходом уже устраивает. Жоя, пошли, пошли к Кеше. Посмотри, Кеша уже пошел наверх. Уже жену отбил. Жоя. Публикой завладел, жену отбил. Нам еще девочку надо, да, одну? Одну минимум. Хорош. Да? Да, да, Кирюша, хорош. Два жениха лучше, чем один, Кирюша, я понимаю. Нет, то Кеша. А, Кеша? А где Кирюша? Вот Кира Кирюша сидит, девочка. Кеша. Не-не-не, пальчики. Кеша хорош. Кеша. Жой, ну иди сюда, Кеша, Жорик. Кеша мальчик хорош. Скажи, хвалите, хвалите, скажи, да? Скажи, я люблю, когда хвалят. Кеша, Кеша. А вы его только сегодня первый раз сюда привезли? Сюда, да. А, он еще не знает, что такое, да? Свобода, почти свобода. Да, он в доме жил. А-а-а. Да? Отдал, да? Нет, это Ольга Ивановна попугай. А-а-а. Да, скажи, это Настя тоже. А-а-а. Да, да, я тебя тоже очень люблю. Ольги Ивановны, каких только попугаев, скажи, не было. И Жако был, но Жако улетел. Нервничает, нервничает. Ага, он все рвет, все кидает. Все рвет и все кидает. Смотри, сколько зелени уже. Ну. Ну. Ну чего ты? Ну, Жоя. Жоя.